Семьям участников специальной военной операции уделяют особое внимание. Для того, чтобы им оказать помощь и поддержку, в отделении партии «Единая Россия» состоялась встреча депутата Совета депутатов Татьяны Ершовой с женой мобилизованного. Подводим итоги, спрашиваем, интересуемся их жизнью, интересуемся их проблемами. Естественно, поздравляем и детей поздравляем, родителей поздравляем, жен поздравляем. Кроме того, педагоги Видновской школы номер 1 организовали мастер-класс в отделении партии «Единая Россия» не только для детей, чьи отцы сейчас находятся в зоне боевых действий, но и для всех желающих. Вместе с депутатом муниципального совета Павлом Русаковым ребята создавали новогодние поделки. Мастер-класс очень хороший, интересный, все хорошо объясняют, мне очень понравилось. Наша главная миссия – создать праздник для наших маленьких жителей. И в особенности мы особое внимание уделяем детям участников специальной военной операции. Наша главная миссия – создать атмосферу новогоднего праздника и подарить детям немножечко волшебства и каких-то радостных событий. По завершении мероприятия всем участникам мастер-класса вручили сладкий новогодний подарок – сертификат и значок помощника Деда Мороза. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.